Первый аппарат. Не спеши! Включай! Ручки на месте! За ним! Богдан, ножка в животе! Осторожно, трогай, там пишется. Угу. Пишется. Оно настроено. Ну, я смотрю только. А кто из вас? Это вот этот белый? Богдан! Ножку! Трог, пишется. Вот это дальний, да. Двигаться, двигаться! И ножки закончили! И за ним, Богдан! Богдан, в голову с рук! Двоечку в голову! За ним! Богдан, руки на месте! От защиты, не опускай ручки! Как так нельзя повышать? А где там прочее? Богдан, на ножки, шоссе! Шоссе встречай! За ним! Раз, два, нога! Жестко! Богдан, ручки на месте, тын-тын, четко встречь, на ножки подержать. Че, как проиграть? Проверим! И за ним! Вот хорошо, в ногу, в ногу! Вот хорошо, еще, ручками добавляй! Давай! Не трогай руки. Держать руки. Богдан, ручки держать. Встречай. Сам, 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 сам. И за ним. И ножка. Потянул за ним. И за ним сразу. Раз, два. Доставай! Ножки закончи, Богдан! Вот за ним! Вот хорошо! Еще шоссе! Надо щитки надевать! Какие у них щитки? Щитки! Субтитры
О, да. Руками подхватывай. Отвечай. Хорошо. Еще за ним. Ножка закончи. Ножка встречи. Сейчас ты. Вот молодец, корпус. Еще корпус. Мягенько, мягенько. Ну. Встречай. Ну, навстречу, вот, короче, еще в корпус. Богдан, что вообще шоссе? Шоссе в животик засунул. Шоссе туда. Немножко, вот, да, еще. Руки на месте. Встречай. Вот, да, еще! Еще навстречу! Легко! Богдан, только пошел, сразу встретил. Встретил, раз, два, и ручки на месте. И двигаться, двигаться, не стоять на месте, не оставаться. Федералом, Богданчик! Встречай шоссе! Давай! Руки на месте! Жестко! Руки не... Богдан, не здесь! Возле головы! Руки! Встречай! Не бей так сильно, мы противнику без страха. И ножка, вот, короче, корпус, все! Ножкой! Еще! Руки на месте, двигаться, за ним! Жестко! Богдан, работаем! Работа, концовка, последний раунд! Встречай! Камера снимается. Еще! Сам работай! Что не трожьте, пожалуйста. Мы не трожим. Встречай! Я 31. Богдан, уйди, центр ринга твой. Уйди с угла. Концовочка, Богдан, уйди от каната. Концовочка, поработай сам. Богдан, салют друг другу.
Господа Лисковские.